Московская Сеча. Это скорее изначально просто маленький проект для клуба. Но подумав со старшими, я понял, что в Москве сейчас и в Подмосковье в ближайшем нету мероприятия, куда могут поехать реконструкторы из ближайших городов, из Москвы. У нас сосредоточено практически большинство бойцов, в целом вообще реконструкторов, мастеров в России, которым некуда ездить. Раньше были мероприятия «Тысячники», теперь их нет. Ну, это скорее наша попытка подарить людям праздник и себе в первую очередь. Я давно, на самом деле, ходила, смотрела, мне прям очень нравилось. Мне нравятся и костюмы, причем, ну, мне разные эпохи нравятся, не обязательно раннее средневековье, но вот так получилось, что я здесь. Но это возможность прикоснуться к быту, понять, а как это было через обычные бытовые вещи. Ты больше понимаешь не только культуру, но и как-то вот что в головах у людей было. Это очень интересно, на самом деле, потому что некоторые вещи, они настолько неочевидны, пока ты этим не занялся, а пока ты не скроил это платье, ты не понимаешь, что вот действительно, мы сейчас шьем что угодно, да, и из обрезков, не обрезков, тогда ткань очень экономили. Почему? Потому что дорогой ресурс был, они сами ее делали. Мне очень нравится местность, она очень живописная, очень красивая и очень антуражная, потому что когда фестиваль проходит и вдалеке виднеются фонари трассы, это выглядит, ну, теряется немножечко это ощущение погружения. Здесь вот этого чрезмерного большого количества, ну, если юрты не считать, но они тоже исторические, этого нет, и поэтому здесь именно ощущение погружения хорошо происходит. Мужчины устают, мужчины иногда не хотят еще воевать, вот, но они приходят об этом сказать, им говорят, ну как же так? Вот. Вот у меня Иван, он сказал, не, я все, я не буду больше в этом, там, вот в том-то участвовать не буду, либо в чем-то одном, либо, скорее всего, ни в чем не будет. Говорит, пойду скажу, возвращается, говорит, ну, в общем, я и в том участвую. Я говорю, молодец. Поэтому завтра мы вернемся домой, будем считать ему синяки. Вот, и фингалы так это всегда, особенно на спине, это прям, он такой, о, это мне это попал, о, это мне это попал, о, это точно помню было. Вот, это всегда очень так, это любопытно и эмоционально, скажем так, то, что ты выносишь с фестиваля на некоторое время с собой. Потому что все зачитывают.
Очень хороший фестиваль, очень все понравилось, организация очень хорошая. Были небольшие моменты просадов, но, естественно, мы всегда стараемся друг другу помогать. Я знаю, что был затык с призами перед, собственно, ну, на процессе подготовки. Да, я решил, что я могу выделить несколько своих вещей в призы. Это как бы подстегнуло остальных мастеров, чтобы составить призовой фонд данного мероприятия. Как бы, ну вот так и выкручиваемся, друг другу помогая. Фестиваль проходит впервые, такой пробный получился между собойчик, очень хороший. Людей не так много, примерно сколько нас здесь, человек 150, наверное, участников может быть. Вот. Но очень душевно, нет каких-либо там конфликтов, агрессии, поэтому все хорошо. Надеемся, что будем продолжать в том же духе. Лунный меч проник сквозь облака, срезал человечий облик мой. На этой ночи темною не успеть тебе за мной, за мной. Зелеными травами, травами высокими росой. За мной, с дивными тропами, тропами высокими росой. Я твой, только найди меня до полнолуния. Приехали торговцы, которым на маленьком мероприятии откровенно делать нечего. Все соскучились по фестивалям в этом году. Все приехали, но покупатели тоже соскучились, поэтому даже торговцам хорошо. Для тех, кто не воюет, в это время проходили несколько мастер-классов по резьбе по дереву, по шитью сапог кожаных. Девушки принимали участие в кулинарном конкурсе. Параллельно с этим парни учили молодых ставить лагерь. То есть все палатки, шатры, все, что есть у нас в лагере, это все живое. То есть это все не лежит на полках, это все
наши дома на эту неделю. Поэтому за ними нужно следить, чтобы они не подводили. Здесь бегают ребята, некоторые и годик, чуть постарше. Кто там 3-5, ему интересно уже подраться. Мальчики, да даже девочкам берут все палки или деревянные мячи и пытаются поддержать папку на войне. Кто-то наоборот, там 12-13 лет, девочки задумываются о том, что надо быть красивой, шьют себе платье, делают прически. Плюс этнопарк «Кочевник» – это еще и много животных. То есть покататься на собаках, погладить верблюда, ламу. Городскому ребенку в целом, ну это, да это взрослому даже интересно. Чего не хватает на многих фестивалях? Молодежь, приезжая сейчас на фестивали, часто потом в интернете пишет, типа, было мало войны. Кто-то говорит, что большие сражения – это скучно, что людям не хватает 2-3 схода боевых в день. Поэтому Московская Сеча целиком про войну. В 10 утра люди обычно на фестивалях еще спят. Здесь в 9:30 они уже одеты в железо и в 10 ждут войну. Войны много, каждый день. Здесь турнир «Щит-меч». Одновременно идет сметательный, сметанием с улиц. Ребята стреляют из лука и тут же борются рядом. Обычные наши бугурты – это групповые сходы. Меняются боями с препятствиями. И после этого все здорово воевали в поле. В этом фестивале, да и в этом клубе, есть один девиз. Время быть воином. Перелонный момент и фортуны выиграть.
центр. На лаве немерено людно, пью на блентах. На злобу трендом абдиболента, но раздала бы это племя вам абонементы. Пока толпы тупо тут, да тупо там. Единый нерв не порвут нам пополам. Как упаковку полопать нам, динуть музон от локала до глобала. И то мала нам земля, будто рысь по нас. Тут перебегами будет двигаться выше, да. Даст с полюсов вылетим вечность и путь на цель. Дабы нам где-нибудь нам лечь, нам замкнуть тут цель. На колен тотем добила, путь под огонь, да дым факела. На колен тотем добила, путь под огонь, да дым факела. На колен тотем добила, путь под огонь, да дым факела. На колен тотем добила, путь под огонь, да дым факела.